Ну, сегодня у нас, видимо, 9-е уже. 9-е сегодня. 9 сентября 16 года. Это вот называемый саманный, обложенный кирпичевым. Батюшка обкладывал с Игорем Третьяковым. Вот тут у нас общие провода идут, Они шли на старую баню подземную, так сказать. А теперь идет на огородчик поливать от нашего счетчика. Ну, это как гостиницу сделали, приезжают корреспонденты, ну, разные люди. Вот нынче с детьми тут останавливались. Ну, неделю-две можно, но зимой здесь были Потеряевы, основатели Потеряевки. Она Рыжова была в девичестве. Она приехала, Евдокия Титовна. Вот имена какие были? Тит. Тит, послание к Титу. А вон муж Иван, русский Иван Нифонтьевич. Нифонтович, правильно сказать бы. Ну, он приехал тут, пожил сколько-то и умер. Он пожилой был, истерзанный весь, ссыльные они были. Страшная история. А она ей уже 100 лет, наверное. Сейчас даже не знаю, жива она или нет. Но сейчас сюда готовится тоже заехать одна семья, но без мужа. Вот. Ну все, это туалет первым делом. Внутри все. Мыши принес сегодня кошку. Для кошки устроил туалет. Она сразу же сходила. Хорошая кошка наша, белая. А Володя пробивает вот дорогу. Мы нашли тут литовка. В низинке дерева. И в нем вросла литовка, коса. Вросла в дерево. Пришлось вырубать ее оттуда. Это, видать, когда Потеряевы были перед отъездом-то. И они корову держали вот этом, в этом сарае, горбунов. Вот, Геннадий. Вот тут я на большая была ветла, мы ее свалили. Вот я сейчас покажу то, что вокруг наросло ее. Это молодая поросль. А Тенчуков от тополя все застилает, а убрать его никак не могут, не знают. Ну, это вот год-два как это. А хозяева-то уехали. Потеряю, не хозяева, а тут. Ну да, они приехали. А я решил показать вокруг, что у нас есть. А заглянул вовнутрь. Ба, бочка пустая. А там хозяйство. Смотри. Иди-ка сюда. Жильцы. 4 жильца. О, ничего себе. Не видел? Нет. Вот что теперь делать? Щи соседние. Вот они уже глаза глядят у них. Уже большенькие, но еще не вылазят, спят. И вот она ходит, кошка-то эта. Накормила их. А та, наверное, которая по картошке ходит? Да походит, наверное, вчера по картошке-то ходит. Она и сегодня там ходила. Вот она, видно, ловливая такая. У нее ушки торчат. Ну-ка, посвети, я возьму. Что-то надо делать, кому объявлять. Да большие уже. О. Если тронуть их, они побегут, как же. Нет, не понимаю. А, на мать похожи. Да какие они сытые, справные. Глаза только-только открываются. Кто это? Это она, кошка. А это кто? Ну-ка, давай паспорт смотреть. Она. А это кот. Ну откуда их? А, они двое спят. Догнана на них и дождь, что-то и все попадает. А может быть и не так попадает под ветками. Так я тогда не знаю, рубить, не рубить. Вон они. Рубить с той стороны. Надо по деревне проехать, узнать сначала щи. Ну, кто еще здесь, да? Я к Ильчукам съезжу сейчас. И расскажу им эту историю. Тогда я свой-то инструмент принес. Хотел молодую поросль сегодня вырубить. Приедут новые жильцы. И ничего не обещано тут. Трудно будет. Но только если вот
грозит им что-то, где-то, когда бегут, тут вот войну показывают, между двумя стенками они там сидят, евреи спрятались, их ищут, нигде нет, вход туда тайный, там где-то за комодом, и там помаленьку кормят, как, ну, как, пророков разделил там отдельный, по 50 постой, и кормил их, берег. Так видите, если такая нужда, а если такой нужды нет, ради чего тут мучиться? Да еще если в семье дети, да если еще разнополые, это, а комната одна, вообще ничего тут нету. Нету никакого разделения, ни кухни, ничего нету. Ну, ради Бога, ради души, тут можно это все. Кажется, не терпеть, а с радостью принимать, терпеть не надо. Ну, отказали мы. Отказали, несколько раз отказали. Нет, только хочу. Хочу, я ищу Бога, желание правильно. Не знаю. Через неделю что-то решать все будет. На меня говорят, как вы разрешаете таким людям? Я что разрешаю? Я сказал, возможность есть. Если тебе грозит что-то смертельная опасность, принять есть куда. А будет холодно, по домам можно разобрать. Маленько себя ужимать надо. Меня-то здесь не будет. Мы принимали. И принимали не на один, не на два. Я вот принял, у меня жил через стенку. Ну, через стенку, не в одной комнате. 14 лет. Человек семейный, с женой. 14 лет. Ни копейки я никогда за всю жизнь не взял. Я считаю, как взять, когда это человек нуждается. Для меня это вообще непонятно. Я с 10 лет по квартирам. У нас в школе было 4 класса. Я пошел с 6 лет. Ну, раньше срока пошел. И уже порченые мы были. Тоскливо было, домой рвались, душу потерять, ничего нет. И главное, четверг для меня был знаменательный день. Почему? Можно было сказать, послезавтра домой. А за послезавтра, такого в русском языке нет. Послезавтра, четверг это послезавтра. Уже в субботу я без книжек иду, только учительница дала знак, что урок оконченный. Я как шмыганул. И до дома 12 километров, только через Андреаши Лог шагом переходил, это бежал. Почему я бегал быстро и много. 12 километров, стайер настоящий. Я в воскресенье до обеда, а потом уже обратно выезжать. Ночь только ночевать. Что-то с собой возьмешь, поесть, покупать еще не покупали. Мать кулагу сделает, это ржаная, перемолотая, в печку. Ставит, она накисает там или как-то варится. И с собой берешь хлеба. В магазин не ходили, хозяева те, у которых были, родители что-то им давали, наверное, давали там, кизяк привозили, помню, отец среди зимы, кизяк, быка дали на быке, а он идет, перевал, бык, 12 километров, зима, кизяк, нарезанный помет, а вещи или сделаны станками, перетоптаны, высушенные корови, топиться нечем было, вот такая страна. Как говорится, все, выжило ни на чем. Этим и мазали, штукатурили, этим топились, этим удобряли, этим жили, отходами, коровьями, как правило. Так что я сейчас поеду, буду спрашивать, черно-бело-рыжая кошка чья. Ну все. Пока я не буду трогать, потому что она придет, увидит не так, потащит другое место.